Пятница – день спортсменов. В 10 часов около СКК Оренбуржья начнется спортивный праздник. Акции, фестиваль, зарядка, мастер-классы и круглый стол. Все, кто увлечен спортом или имеет к нему отношение, могут посетить это необычное мероприятие. В селе Русский помнят, когда день родного языка, а когда день рождения самого международного поэта. Правильно, в пятницу 6 июня, к 215-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в нашем городе пройдет развлекательно-познавательная программа. В стиле мы знаем о Пушкине. Начало в 11:00 по адресу улица Мира, 2/2, библиотека имени Некрасова. Также в день поэзии пройдет праздничный концерт в программе «Танцевальные номера» на площади перед музеем в исполнении группы «Мастерская идей». Прочтение поэтических произведений сотрудниками и гостями музея. Концерт группы «Полярный день». Прочитавшему стихотворение Пушкина вход бесплатный. Мероприятие будет проходить с 11 утра до 11 вечера по адресу улица Набережная, 29, музей истории Оренбурга. Завтра состоится открытие выставки «100 картин художников Оренбурга». В 2014 году эта выставка будет 20-я, юбилейная. Художники готовят к ней серьезные и глубокие содержательные произведения. Выставка «100 картин художников Оренбурга» способствует популяризации творчества оренбургских художников, позволяет узнать о культуре, истории, красоте нашего края. Открытие в 15:00 в выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Приглашаются все желающие. 6 июля в Оренбурге работает муниципальная мобильная приемная. На вопросы горожан ответит начальник управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергей Макеев. Время работы 16:00 до 18:00. Мобильная приемная пребывает по адресам улица Кольцевая, 27, 29, 33, 35. Хорошей и интересной вам пятницы. Рубрика «Город» поможет узнать вам как можно больше нового. Следите внимательнее, и уже завтра вы узнаете, как отлично провести выходные.